какую-нибудь страну. Вот тогда жить можно. А здесь что останется? Как что? Менты? Понимаешь, чего стоит свободное мнение. Свиньи собираются в длинные цепочки. Линия жизни становится точкой. Строчки и дни, стежок за стежком, шьют твое дело с душой и огоньком. Здесь за решеткой начальник, полковник. Моя свобода — это радиоприемник. Всегда одному. Выбирай, что тебе, сумму или тюрьму. Никому просто так не дается свобода. Из нее нет выхода, и в нее нет входа. Сода для того, чтобы чай был черней. Понятно, тогда и себе налей. Я участвую в каком-то сидячем марафоне. Хорошо, есть приемник в магнитофоне. Ответы на вопросы, допросы. Опять допросы, мой приемник. Односторонняя связь, тире и точки. Арабская вязь, я не могу сказать. Но зато я слышу. Я видел, как крыса становится мышью. То, что не стереть, как сильно нитри. Свобода — это то, что у меня внутри.